Вас приветствует Алена Ариес. Хотите за один день научиться получать точные ответы от карт Таро? Переходите по ссылочке в описании под этим видео и в моем первом комментарии. А сейчас узнайте, что случится к вашей радости. А к вашей радости, девочки, случится какой-то успех, триумф, победа или поездка. Очень счастливая для вас. Что еще случится к вашей радости? Оформление каких-то документов. У кого-то это могут быть как раз визы, паспорта, путевки. Все пройдет великолепно. Да, может быть переоформление недвижимости. Что-то какая-то тайна еще тут есть по документам. Может быть, вы просто не знаете, там за вашей спиной все оформят, и вы уже получите готовые документы. Вот, что я еще вижу? Знакомство или встречу с мужчиной. Мужчина светленький, рыжий или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Да, еще какой-то бывший появится к вашей радости. Еще мужчина, девочки. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами. Обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Вот эти двое, бывший и светленький, они ровесники или младше вас. А этот постарше. Мужчина может быть седой. Да, и встреча такая будет. Может быть, конечно, у вас какая-то встреча и запланирована, или вы, возможно, едете куда-то, где будет много мужчин, и будете получать много. Еще один мужчина, черненький, тоже ровесник или помладше вас. Будете получать прямо много. Еще один мужчина. Прям какое-то мужское общество. Куда вы едете? Может, вы не знаете, что вы едете в какое-то мужское общество? Или, возможно, что вы... только зарегистрировались, вот у меня такое впечатление, что вы только зарегистрировались на сайте знакомств, все мужчины вдруг сразу начнут вам писать, потому что, ну, тут есть какая-то тайна, да, то есть, либо вы не знаете, что вы попадете в мужской коллектив, может быть, у вас даже по работе какая-то поездка, но вы прямо попадаете реально в мужской коллектив. Вот. И тут, конечно, радости для вас будет очень много. Единственный момент, смотрите, если вы едете на встречу с вашим мужчиной, например, в другой город или в другую страну, то имейте в виду, что либо у него друзей много, что столько мужчин выпадает, либо, может быть, у него в семье очень много мужчин, да, может быть, отец, там, братья. Там еще кто-то. Ну, в общем, я так вижу, что очень много. Скорее всего, судя по картам, девочки, все-таки я вижу, что прям очень повышенное внимание мужчин. То есть, либо вы едете в мужской коллектив куда-то, потому что я поездку вижу. Вот. Либо работаете, может быть, да, может быть, вы работаете в мужском коллективе, или сейчас устроитесь на работу в мужской коллектив. Вот. И для этого, это для вас, собственно, будет сюрпризом. Вот. Либо действительно вы сейчас, либо зарегистрировались на сайте знакомств, либо сейчас зарегистрируетесь, и будет такое супер повышенное внимание мужчин в отношении вас. А вообще, девочки, хотите за один день научиться сами получать точные ответы от карт Таро? Хотите? Переходите по ссылочке внизу в описании и в моем первом комментарии.